Ли, мои красотули, с вами Лаки Бобо. Ребята, сегодня мы поиграем в Гренни 3, ведь она там с детком снова что-то выдумала. И мы, как всегда, должны пойти и посмотреть, что же именно. Заодно и поприкалываемся с ними. Но перед тем, как мы начнем, в этом видосике я спрятал 4 пасхалки. Где? Поп Ита. Попробуй их найти и напиши тайм-код в комментариях. А если у тебя есть поп-ит, то прямо сейчас поставь лайкосик. Вот интересно, сколько лайкосиков соберет этот видосик? Ну а если ты еще кнопочку подписаться сделаешь серенькой, то вообще будет супер-пупер. А сейчас хватай вкусняшки, и мы начинаем! Ого, а где это мы? Обстановочка тут явно успокаивает. Прям антистресс. Все в попытах. Ну прикольненько. Вот это да! Видно, у кого-то в этом доме явно проблемы с нервишками. И я, кажется, знаю у кого. Точно, не у скелета Йорика. У него вообще нервов уже нет. Ладно, погнали наверх. А это что, двери из Simple Dimple? Или это все-таки Pop-It? Сложно так понять, ведь они очень похожи. Ну что, давайте-ка заценим интерьерчик дома. Ох, капец. Да тут целый успокоительный санаторий получился. Вот бабке и дедку это явно на пользу, так как у них частенько нервишки шалят. А тут все такое яркое и прикольное. Короче, сразу видно стиль Pop-It. Вот прикол, он даже на перилах. Можно пока спускаешься, поклацать его. Ну, или пощелкать, или попопать. Так, гоу, заценим комнатку детка. Ого, стильненько. Ух, как же я устал. Пойду прилягу. Ой, нет-нет, как же ты не вовремя приперся, дедок. Совсем-совсем не кстати. Прячемся. О, моя любимая попитовская кровать. Сейчас будет самый лучший антистресс у меня. Да-да. Давай, дедок, приятных снов. Ну ничего себе, ты быстренько отключился. Так, посмотрим, там случайно бабки рядом нет? Вроде никого. Дедуль, а ты прикольный. Прям весь попитовский. Сейчас сделаем твой сон еще крепче. Ха-ха. Опа, вам пора матрас поменять. А то этот уже насквозь дырявый. Вот что-что, а прикид у тебя, дедок, суперский. А у меня тоже, зацените. Капец, леди, ты чего ж так пугаешь, да? Зацени, зацени. Да отстань ты. А, капец, леди, блин. Вот это вредина с Ленди. Появилась, блин, не запылилась. И еще на комплименты напрашивалась, но мы ей специально не будем их сейчас говорить, так как она плохо себя вела. Хотя платье Pop-It ей очень идет. Ну и куда он делся, по-твоему? Да не знаю я, где твой Pop-It? Какой еще Pop-It, Pop-It? Ха-ха, бабка с детком весь дом превратили в сплошной антистресс, но не знает, как он правильно называется. Вот этот прикол. Ребята, а если вы знаете, то напишите в комментах прямо сейчас, как правильно говорить, Pop-It или Pop-It. А мы погнали дальше. Ку-ку, ты, блин, с Линди. Эй, а ты еще что тут делаешь? Вот никаких антистрессов на вас не напасешься. Тише, бабка, релакс. Посмотри, сколько антистресса вокруг. Хотя что-то мне кажется, что тебе ничего не помогает. Мне не нужны все эти антистрессы. Мне нужен мой Pop-It. Фух, еле успели ускользнуть от этой поп-бабульки. Или может ее теперь называть папулька? Ха-ха. Ладно, погнали дальше. Заценим, что тут еще наши хозяева начудили. Может, Каркушу тоже в Pop-It превратили? Кто его знает? Эй, ты тут Pop-It не видел? Конечно, видел. Дедок, он же повсюду. И на стенах, и на перилах. Да нет, блин, не этот, а настоящий. Такой резиновый. А то бабка меня уже задолбала с ним. Не, дедок, такого мы не видели. Сейчас-то понятно, почему она такая ворчаливая. Вот это да! Смотрите, реально крыша из попыток. Пошли-ка спросим у Каркуши, как ей тут живется. В антистрессе. Привет, Каркуш, как тебе тут? Ой, блин, ты чего? У тебя что, тоже нервишки шалят? Ха-ха! Ну ладно, мы еще позже к тебе заглянем. И успокоим. Гоу! Как-то у Сленди тут грязненько. Паутина вон висит, и часы остановились. Чего? Да сколько можно-то? Сленди, не злись, лучше приберись. Ха-ха. О, и сразу пропала. Как я им про уборку напомнил, так ее и след простыл. Вот лентяйка. Ладно, гоу дальше. Ты чего смеешься тут? Весело тебе? Да, вроде как да. А ты чего ворчишь? Да дед, блин, мой Pop-It потерял. Мой любименький. Ба, да не расстраивайся ты так. Возьми другой. Посмотри, сколько их у тебя. Ты меня вообще слышишь, бабуля? Она даже не пошла за нами. Вообще капец как странно. Ведь обычно она от нас не отлипает, пока не поймает. Так, нужно еще проверить кухню, потом подвал и чердак. Я найду свою прелесть. Понятненько. Кажется, наша бабка слишком увлеклась поисками. Так, не будем ее отвлекать. Го отсюда.
Ну что, нашел мой попыт? Да я и не искал вообще. Как? Да вот так, ба. Ты пока что отдохни немного. Тебе это полезно будет. Вот правду говорил дедок. Сон – это лучший антистресс. Ха-ха. Вот только я одного не понимаю. Зачем тебе, бабка, столько попытов? Ты что, реально попнулась? Ха-ха. Опа, а куда это дедок собрался? Да никуда, вот решил бабке нового попыта купить. За 100 километров в магаз поехал, а там их нет уже. Разобрали, видите ли, только зря время потратил. Отдохни, отдохни, дедок, а то ты и правда устал. Найдет бабка свой попит. Ха-ха, вот дает дедок, походу ему снится попыт. Неудивительно, тут же куда ни глянь, они повсюду. Раз попыт, два попит, три покорм. О, точно, что-то я проголодался. Ха-ха, вот так только дедок может. Во всем видит еду. Во прожора. Вот и где. Слушай, а как пользоваться этим и попи, и полипом? А то я так и не понял. И полипом? Ха-ха, дедок его выдал. Ты реально не знаешь, как им пользоваться? Ах ты, лысая башка. Его нужно просто попать. Вот, кстати, странно, что бабка тебе не показала. Где мой попыт? Ба, ты реально попытер. Как ты умудрилась свой попыт потерять? Пусти меня к дедку. Нет, пусть делом займется. Вот это тебя колбасит. Прям дискотека. Ты чего, дискотеку века вспомнил? Вот и бабуся зажгла. Ладно, проверим-ка дедка. О, стоит. Не пройдешь. Да отстань ты, ба. Мы все равно проберемся к дедку. Мы тебе почти на голову залезли. Да дай ты пройти. Нет, я сказала. Найди мне попыт, и тогда пущу. У меня другое предложение. Ребята, если прямо сейчас мы соберем 100 лайков, то мы проберемся через бабку к дедку и вырубим его. Так что прямо сейчас жмякни лайкосик. Ну, давай, получается. Нет. О, я чувствую, что ребята поставили лайкосики. Так как ты, бабусь, исчезаешь. А мне лайк поставят? Это уже, конечно, не мне решать, а ребятам. Дедуля, ну как ты тут? Отдыхаешь еще? Так, запоминай, попитом пользоваться очень легко. Нужно его просто жмякать. Что? Ничего, отдохни, дедуль. Эй, ты падай там поаккуратнее. А то башкой треснешься и все, что знаешь, забудешь. О, вот тебе и попит на полу. Лежи себе и тренируйся. Ну, а точнее, успокаивайся. Вот так, думаю, тебе удобно будет. Ладно, а мы погнали, наведаемся к Каркуше. Ща я попробую-ка прогнать тебя рогаткой. Вдруг получится. Вот блин, шустрая какая. Кар! Ай, это что, мне ответочка прилетела? Ха-ха, блин, нужен был еще один камушек, которого так не хватало. Эх, ребята, а кто-нибудь так попробовал вырубить Каркушу? Пишите в комментах, у кого получилось. А мы сейчас гоу за дробовичком. Где ты, мелкий? Сейчас вместо попыта я тебя попну-лопну. Пиу, ничего себе, попал. Дед, сюда иди. Да-да, дедок, иди сюда. А про меня забыли? Не забудешь про тебя, блин. Что случилось? Стоять. О, дедок, у нас прям дуэль, в которой я победил. Ха-ха, второе супер попадание. Все, берем пушку и гоу на крышу. Ну все, на этот раз не отвертишься. Кар! Вот блин, еще и клюнуть успела. Каркуша, сегодня ты тоже в ударе. Ладно, предлагаю теперь со Сленди разобраться, чтобы она не путалась у нас под ногами. Гоу за Мишкой. Сленди, мы тебе Мишку принесли. Только странно, что он не в стиле попыта. Спасибо, но у меня уже есть игрушка получше. Это бабкин попыт, он такой классный. Ха-ха, вот оно что, это ты его с ты взяла? Она сама мне его дала. И забыла. Да уж, вот это в стиле бабки. Ой, не могу. Ну, бабка отожгла. А сама сейчас ходит, ворчит и ищет попит по всему дому. Так капец просто. Все, мелкий, ты меня разозлил. Да ладно, дед, умей проигрывать. Чего? Я не проиграл, это ты проиграл. Ну-ну. Дед, лови его, сделаем из него антистресс, ха-ха-ха. Нет, ищите свой попит, а меня не трогайте. Вот если хотите расслабляться и повеселиться, можете мой канал посмотреть. Нашел его. Кого, дедок? Тебя. Что, не передумал еще из меня антистресс делать? Не-а. Ну тогда лови суперуспокоительное. Бабка, твой черед, лови его. Ничего не можешь сделать, даже мой попыт найти. Не путайся под ногами, дед, а ты стой. Ба, а я знаю, где твоя игрушка. Ага, это ты ее взял. Нет, дело в том, что ее никто и не брал. Это тебе, кстати, подсказка. Дед, вот вечно ты мне мешаешь. Сказала же, уйди с дороги. Ба, отдохни ты. А то что-то какая-то ты нервная. Вот так-то лучше. О, а звездочки к твоему прикиду, ну, очень идут. Ха-ха, мы прям постарались. Вот интересно, а платье у тебя реально из попита? Может, можно жмякнуть? Я сейчас тебя сама жмякну. Тише, тише, ба, не бубни. Лучше полежи и отдохни. А мы погнали.
О, бабулькина! Что-то ты на этот раз задумала. Гу, проследим за ней. Ой, ой, я же говорила, что молоко скисло. А этот дед нет, не скисло. Попробуй да попробуй. Ну и как, ба, попробовала? Ага, ща полдня тут сидеть буду. Да еще без попыта. Не переживай, ба, не сидеть будешь, а лежать. Ща мы тебя поближе только к туалету подвинем. Вот так вот. О, все, ба, мы сваливаем. Куда собрался? Оставайся с нами. Будем играть в мой попыт вместе. А чего это мы такие добренькие стали-то, а? Что-то ты задумала, ба? Ау! Да где все-то? Мне скучно. Чем бы это заняться? Бабка, да где же ты? Нашла свой попит или нет? Эй, дедок, да куда ты так убежал-то, а? Капец быстрый, прям не догнать. О, вот ты где? Ты что тут, звездочки считаешь? Ага, а ты не видишь, что за тобой следят? Конечно нет, у меня ж глаз на спине нет. Тише, тише, бабка. Вот когда поймаю тебя, тогда и успокоюсь. А сейчас нет мне спокойствия. На удачки тебе, ба. Гу, быстренько отсюда. Все, ворота открыты. Или нет? Да давай, давай, открывайте же вы. Так, надеюсь, открыл. Гу, отсюда. О, дробовичок. Вот он нам и пригодится, чтобы никто дорогу к выходу нам не смог перегородить. А ну, спускайся. Неа, бабка, а ты куда собралась? Прям без остановки проскочила. Вот прикольно-то было. Сейчас я тебя достану. Да-да, давай, иди сюда, ба. А мы спустимся вниз, так как выходу ближе будет. Так, а куда она пошла, а? Где мой попыт? Я искал везде, нет его. Отстань, я спать. И тебе, бабка, пора. А то ты уже совсем помешалась на поп-ите. Ха-ха, смотрю, тебе удобненько, ба. Вот крутой сегодня вечерок у нас выдался. А сейчас нам пора домой. Покеда, семейка, попытеров. Ну, или попытов, а лучше попнутых. Ха-ха, погнали отсюда. Дед, отдай мой попыт, по-хорошему прошу. Я тебе 100 раз говорил, да не брал я его. Давай, давай, попайся же ты. Он у тебя, слендерина, отдай сюда. Вот это круто, мы поиграли с бабкой и дедком. Ребят, как вам видосик? Напиши в комментах. И, конечно же, сейчас выпрыгнут ваши комментарии. Спасибки, мои хорошие, что мне пишете. Я это очень ценю. А на сегодня все. Всем пока! До следующего видосика!